Крупная авария прилично осложнила городской трафик в столице. 5 машин столкнулись вблизи эстакады на востоке Минска. Центральная транспортная артерия, проспект Независимости едва ли не остановился в обоих направлениях. Все участники ДТП двигались в центр. В ГАИ причиной ЧП назвали несоблюдение дистанции женщиной-водителем. Она отвлеклась от управления, допустила столкновение с попутной машиной, которую, в свою очередь, отбросила на третий автомобиль. И так далее по цепочке. Благо массовая авария обошлась без пострадавших.